Sacred Warrior, Хускар. Yeah. Тролли, племени Черного Копья, давным-давно изгнанные из земель их предков в долину Стрэнглторн, как считают многие, являются самой дикой расой существ, когда-либо присутствовавших на поле битвы. Эта репутация хорошо заработана их представителем Сентинел Хускаром, чьи способности зависят от сокращения его собственной продолжительности жизни. Считающийся среди своих людей священным мучеником, Sacred Warrior не боится смерти и даже готов отчаянно стремиться к ней, чтобы принести андедам поражение.